Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о новой модели арбалета Корнет. Она включает в себя все основные технические достижения в области конструирования арбалетов. Самая технологичная часть арбалета – дуги. Здесь они выполнены из стеклопластика, обработанного при высокой температуре. Тетива из высокопрочной и легкой полимерной нити выдерживает вес порядка 500 кг. Особое внимание производитель уделил эксцентрикам. Это важнейшая часть арбалета, и от ее формы зависит ускорение стрелы. Детали изготовлены из металла на высокоточном оборудовании. Пиковое усилие дуг соответствует российскому законодательству и составляет 43 килограмма, что позволяет запустить стрелу со скоростью 84 метра в секунду. И это, пожалуй, лучший результат среди арбалетов российского стандарта. Со штатными плечами 84 килограмма скорость стрелы уже превышает 110 метров в секунду и превосходит известное оружие самообороны пистолет ОСАР, который дает пулю энергию лишь 83,5 джоуля. На колодке дуг установлена система стопоров и гашения вибрации, которая обеспечивает ровный отрыв тетивы от стрелы, а также снижает шум при выстреле. Направляющая, выполненная из алюминиевого профиля, а поэтому прослужит гораздо дольше, чем пластиковые аналоги. Современный выдвижной приклад может легко фиксироваться в четырех положениях, а сам упор имеет резиновую накладку, что препятствует скольжению. Такой арбалет легко настроить под себя, и его будет удобно держать в руках людям разного роста и с разной длиной рук. Цевьё арбалета регулируемое, а в комплекте присутствует рукоятка, которая может быть установлена вместо цевья. На короткую планку под замком может быть установлено дополнительное оборудование, к примеру, фонарь. Прочность замка значительно превышает усилия, которые ему предстоит выдерживать. Конструкторы Horizon уделили ему особое внимание. Замок имеет автоматический предохранитель, который сам устанавливается в безопасное положение, как только вы взвели арбалет. Система защиты от холостого выстрела не позволит нажать на спусковой крючок, пока не будет установлена стрела. Это убережет дуги от ненужных дефектов, вызванных холостым выстрелом, а владельцев от опасных травм. Ведь тетива движется со скоростью более 100 метров в секунду, и случайно торчащие по ходу ее движения палец ждут большие неприятности. Спуск арбалета плавный и достаточно мягкий. Усилие на крючке чуть более килограмма. Итак, мы с уверенностью можем сказать, что арбалет Корнет – это компактная и мощная модель, которая подойдет как для использования на охоте, так и для тренировочной стрельбы.